коллеги зарубежные, которые, видимо, чувствуя определенные конкуренции, конкурентные преимущества российского препарата, пытаются, ну, так скажем, высказывать какие-то мнения, которые, на наш взгляд, абсолютно безосновательны. Действительно, многие страны применяли те или иные форсированные режимы для исследований. Но российские вакцины, еще раз говорю, что это решение, которое уже имело определенные клинические знания и данные. И мы понимаем, что текущие накопленные данные о доклинике и клинике этой вакцины подтверждают позитивное соотношение ее пользы и риска. То есть риск от вакцинации значительно ниже риска контакта с коронавирусом и последствиями заболевания этой инфекцией.